Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. Сейчас мы идем говорить с Аристофаном, я так понимаю, скоро будет представление. Настоящее шоу, где порочат Клеона. Да, точно, вот он, театр Афин. Афинский амфитеатр. Театр Диониса, это вот как. Деревянные лавочки, ну как-то не особо круто для финта. Репетирует. Прошу, скажи, как там Феспис? Хорошо, он готов к завтрашнему выступлению. Слава богам, с актерами трудно поладить. С тобой это тоже не особо просто. Вообще-то я неплохо разнообразил свою жизнь. Я рад это слышать. Вот, за хлопоты. Народ сердца Афин, но моя пьеса станет их голосом. Ясного луч воссияет для всех в день падения Клеона. О, мальчик вовсе и туп, и глуп. Ах, вот как! И Клеон что пришел то, сюда? Уж давно да ладно. Я собирался предложить монументам достославным ваше мужество почтеть. Видишь, что задумал он? Стариками нас считает. Хочет плутней провести. Нет, сюда попробуй сунься. Здесь же будешь ты избит. А! О! Убьют меня! Сюда скорей! Да ладно, это все очень тупо. На самом деле он стражу бы позвал и разогнал бы тут всех. Знаете, потому что это уже такое унижение. Уж лучше, чтобы он народ ненавидел, чем вот на это сидеть и смотреть. Это вообще жесть какая-то. Опустили, опущенный пошел. Ну все. После такого он явно уже не лидер тут. Короновали в петухи. Задание всадники. Вернитесь к Сократу. Я думаю, теперь можно сделать какие-нибудь допики. Мне сказали, что Гермип мертв. Любопытно. Да, пока подождем с этим, у нас есть дела поинтереснее. Ну, не факт, что интереснее, но который надо доделать. Да, кстати, принц Персии. Бронзовая птица в Аркадии. Где тут у нас бронзовая птица есть? Вот, наверное, тут или там. Найдем. Награда отменена. А, она, видимо, именно когда я в Афинах. Прикольно. Это они круто сделали. Такое внимание к деталям заслуживает уважения. В Тегее зверей в три раза больше, чем людей. Как бы не встретить хищников. Ой, зараза. Это все-таки не то место, но все равно открыть надо. Значит, то второе. Севернее. Вау, ну вид офигеннейший. Эти поля все, да. Thank you.
Скорее всего тут, а больше других точек нету, да? Все. Без вариантов. Да, это птица. Интересно, ну-ка сейчас посмотрим поближе. Что за монумент такой? Чистикара. Это тут. Сказал бы, что это такое. Стимфалийская птица. Вау, круто выглядит. На дерево просто куски металла приделали. Надеюсь, Геракл перебил всех стимфалийских птиц. Ой, подношение как раз для меня. Прикольно, медь уже покрылась налетом благородным. Зацвела. Фемистокл об Аркадии. Огромная птица взирает на Стимфау. Поставленная здесь в честь победы Геракла. Короткого мига, когда порядок восторжествовал над хаосом. Под ее присмотром лучшие из нас всегда смогут одолеть зло. Стимфау. Вот это вход будет на десяточку. Так, теперь к персидскому принцу. Последняя глава его рассказа. А, я узнаю твои шаги. Ты вернулся. По-моему, у всех слепых тут одинаковые глаза. Что у того кузнеца, что у Варнавы один глаз, что у принца. Хочешь послушать о птице? Могу рассказать. Это отрада для меня. Она великолепна. Изготовлена из клинков павших солдат. Она высится над Стимфалом, над золотыми полями. Стоя там, так легко забыть о войне. Значит, все так, как я слышал. Птица — символ борьбы Геракла против хаоса и стоит там, где царит покой. Надеюсь, мир будет также давлеть над хаосом. Итак, я побывал в 5 местах, о которых рассказывал Фемистокл. За это я буду вечно тебе благодарен. А вот моя история. Фемистокл умер в Персии и не был там чужаком. Я обещал, что увижу места из его рассказов. Они живут во мне, а теперь и в тебе. А твоя история? Я заставил всех поверить, что покушение было успешным, и сбежал. Артаксеркс, я должен сказать тебе еще кое-что. Что? Царь Спарты Леонид был моим дедом. То есть? Твой отец, царь Ксеркс, убил моего деда. Тогда ты должен отомстить за него. Артаксеркс, лжецарь, Мистий привел меня к тебе. Я закончу то, что начал. Алексиус, прошу. Держись за мной. За Зевса! За Зевса? И это сказал Перс? Персии тоже к Зевсу поклоняются. Артаксеркс, ты ранен? Хоть ты и мог отомстить за Леонида, но спас меня. Спасибо. Не мог. Он хотел тебя убить. Наверное, это был очередной наемник. Верно.
И теперь брат отправит за мной кого-то еще. Потом кого-то еще. Пора мне принять свою судьбу. Ты смелый человек, Артаксеркс. Этому меня научил Фемистокл. Что ж, теперь твоя награда. Ну, я спас тебе жизнь, царь. А еще объехал ради тебя всю Грецию. Точно. И в твоих рассказах я слышал речь самого Фемистокла. В гробнице на Саламине, где он спрятал сокровища, ты найдешь награду. Гробница возле того места, где он разгромил моего отца. Ух ты, сокровище Фемистокла. Круто. Труп валяется, все ходят. И свинка пострадала, как так? Свиной хвост. Сокровище Фемистокла в Саламине. Интересно, что же там? А то, конечно, интересно. Так, вот остров Саламин, понятно. Вот тут вот, наверное. Разрушенное святилище Аякса. Он вроде говорил там, где мой дед проиграл. Или что-то типа того, неправильно понял? Ну ладно. Так, присвистнул, как будто красивую девушку увидел. И конь бежит сразу. Где? Где? Тут все равно плыть придется, зря коня вызываю. Ну что ж, сплаваем, вот лодочку бы, конечно, ну да ладно. Насладимся подводными видами. Ты смотри, сидят. Красавцы. Наслаждаются погодой, да. Греция, конечно, красота. Прекрасное место. Так и хочется пнуть кого-нибудь. Блин, я не могу стоять, извините. Да ладно, почему они не полетели? Ладно. Что здесь происходит? Мужик разделал оленя, девочка плакала, стояла над ним. Видимо, это был ее любимый олень. Нашел. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Ну, это уж как пойдет. Что-то мне лень проматывать до ночи. Да, кстати, я хотел выучить способность. А, мне сейчас нету. Вот это вот. Подавляющий выстрел. Интересно будет попробовать против группы врагов. Я думаю, круто будет. Какую-нибудь взрывную стрелу. Гробница из сказок Артаксеркса. Это она? Пираты, кстати, и флаг серый с драконом. Люблю такие сундучки с
церемониальная булава. О, славная. А, но все равно хуже, чем моя булава Тифона. Персидский широкий пояс, сокровище Аристофана? Сокровище Артаксеркса? Так вот, этот сундук таит в себе несметные богатства. 4000 монет? Серьезно, я проходил это задание, не знаю, во сколько времени. Думал, там что-то великое будет. Может быть, там крутой пояс, который затмит собой все. Ну, пояс как пояс, нормальный. Персы дважды вторгались на территорию Греции и учитывали свои ошибки. То есть этот пояс — это учитывание ошибок, да? Понятно. Блин, я разгневан, придется всех убить. Бухает, за это я тебя убью. Хотя и так бы убил тебя. Так, и древняя табличка тут есть. Захованная. Ага. Да, реально захованная. Сверху. Ну так себе задание получилось. Развязка слабая слишком. Я ожидал чего-то более эпичного. О, статуя орла. А, ну я тут был уже. Видел я. Так, ну ладно. Минус одно задание, которое давно висело. Мозолило глаза. Вот, это задание давно хотел выполнить. Все на сцену. Звучит как что-то театральное. Ох, не близкий путь. Тут такое живописное болото. Красота. Да что у нас за город? Элида. Хек! Очень на Олимпию похоже, да и на другие города. Слишком много тут городов. Слишком много территорий однообразных. Зачем? О, еще один наемник. Шахин Перс. Да, тут любят фиолетовое. Этот город видно с вершины горы Эносикар. Я всегда мечтал побывать здесь. Амфитеатр, а тут, видите, каменные сиденье покруче, чем в Афинах. Народа немало. Взгляни на этих людей. Чего им не хватает в жизни? Переживаний. Волшебства.
И что из этого ты можешь им дать? Волшебство. Феспис? Репетируешь новую роль? Алексиос, друг Аристофана. И мой тоже. Что бы я без тебя делал? Думаю, сидел бы в таверне, не вынеси я тебя оттуда. Или лежал. Феспису взбрело в голову поставить в этом городе пьесу. Он славёт великим актером, поэтому я решила, что нас ждет успех. Судя по всему, я ошиблась. Не надо так. Все идет по плану. Дорогая Роданте, ты продаешь билеты, а мой друг Алексиус берет на себя все остальное. Признаться, я ничего не смыслю в театре. Не скромничай. Все запомнят, что Леонид и 300 спартанцев стали пьесой века благодаря Ах тебе. Ах ты, пинок Спарты. Пьеса о царе Леониде? Знаешь, моя семья... Конечно, пусть приходят. Они будут гордиться тобой. Просто помоги мне поставить пьесу. Пожалуйста, пускай тут будет This is Sparta и пинок. Походу, Феспис нашел себе новую музу. Ну и хорошо. Я помогу Феспису с пьесой. Нужно воздать Леониду должное. Что ж, хорошо. Надеюсь, ты не подведешь. Итак, что тебе нужно? Вино? Но не мне, а зрителям. Думаешь, только пьяные станут слушать историю Леонида? Не пьяные, а более чуткие. Где ты хранишь свое вино? Уже нигде. Местный командир приказал своим людям забрать его. Вставлю это в пьесу. Командир персов скомандовал, забрать бочки. Вот так. Значит, придется забрать их обратно. Где этот командир? Дорогое вино досталось ему, прочее солдатам. Обычные зрители будут рады и дешевому пойлу. Но искушенную публику можно привлечь только лучшим вином. Его трудно вернуть, но это стоит того. Ты понимаешь? Чем лучше вино, тем щедрее люди. Вино хранится в двух местах. В каких именно? Большая часть в конюшне Ареса. А лучшая в крепости Демиурги. Я обо всем позабочусь. Ну что, в крепость, значит? Нам подойдет только лучшее вино. Увековечим Леонида в веках. Алексиус будет Леонида играть, да? Ну хоть бы он спинок Спарты делал. Это будет офигенно. Чтоб все разлетались к хренам собачьим. Только колодец нужен. Так, тут точка обзора есть. Надо открыть ее. Икар, спасибо, скажет. Вау, какое здание красивое. Да. Храм Аполлона. Храм настолько же великолепный, как и сам Аполлон. И знамя развивается. Очень красиво выглядит. Поищу укрытие. Да зараза! Элитные враги. Надеюсь, не попадут. Будет обидно падать отсюда. Секундочку, а почему Афина тут, если храм Аполлону? What the fuck? А это храм Аида вообще? То есть было написано храм Аполлона. Наверху находится Афина, но написано храм Аида. Вот так вот, короче, всем храм. Пантеон. А, это не здесь, потому что это точка обзора, понятно. Сижу, жду. А вот это храм Аполлона уже. Но он, по-моему, поменьше. Вот он, Аполлон, видите? Женщина. Сразу вспоминается фильм «Секс-миссия», как там.
Коперник тоже был женщиной. Эйнштейн. Кстати, кто не смотрел фильм, офигеннейший. Один из лучших польских фильмов. Просто бомба. Секс-миссия или новые амазонки? Поляки не только игры умеют делать. Театр – место для грубого и вульгарного веселья. Обычно вино сделает лучше любую пьесу, то есть вот как раньше относились. А сейчас театр – это типа культура, и все меняется. Сначала к театру так относились, потом к книжкам относились, что фу, это хрень, пустая трата времени. Потом к играм так относились, это игрушки какие-то только для детей. Ну, еще многие так думают. Ух ты, тут бега проводится, прикольно, реально бегают. Крутяк. Посмотрите на это, кто-то валяется в судорогах. Это еще круче. Бедняга. Не выдержал марафон. Офигенно. А я быстрее вас, ребята. Я в броне. Лохи. Вот и конюшни. Здешнее вино должно понравиться хотя бы коням. Погодите, конюшни — это не то, что нам надо. Кони тоже вино любят, да? Нам нужен изысканный напиток. А если я возьму этот напиток, я уже не смогу изысканный взять? Сохранимся-ка мы. Очень хорошо, что сохранение добавили сюда. Без него было бы реально очень сложно и плохо. А, тоже сорвать надо. Тоже непросто. Зараза, надо было ночью идти. Я не собираюсь. Так, где вино может быть? Икар. Вино, которое просил принести Феспис. Запах мог бы быть получше, но ничего. Давай, бери скорее. А, мне его так нести надо. Хреново дело. То есть понятно, таким образом я только одно могу принести. Ладно, пойдем тогда в крепость. Демиурги. Пускай эти бухают. Завлекало вот такое. На пути. Кого-то карьеру разрушу. Будет бежать. Готовился много лет, а тут вино стоит. Почему бы не прибухнуть? И все, и в запой потом. Центральная часть Арксоса. Вот тут вот, наверное. Там предводитель какой-то. Ух ты, какая там крепость, офигеть.
Не, ну может быть не все крепость, может там город. А внутри крепость. Посмотрим. Давай. Лучшее вино в той крепости. Я нашел. Так, ну сюда по-любому ночью идти надо. Не хочу тут завязнуть. Так, максимально аккуратно поработаем. Здесь бдительные стражники. Просто забираем вино и уходим. Его нести придется. Блин, стоит, смотрит. Эх ты, это плохо. Заметишь же. Это очень плохо. Так, попробуем вот так вот скинуть его. Блин, заметил. Но так бы хуже было. Так, вот этот может заметить. Они, зараза, глазастые все. Все окей. Блин, реально нести надо. Вот. Феспис сказал, что это хорошее вино. А, но запах. Попробую. Ну-ка ж. Будто конская моча. Так не пойдет. Рядом должно быть что-то получше. Блин, что ж у них вино-то все хреновое такое? Приглашение любителей вина. Это интересно. Приглашение общества любителей вина. Если ты ценитель хорошего вина, приходи к нам в подземное хранилище на дегустацию. Не говори командирам. Офигенно, это тут? Это не то. Ох, мешает мне этот мужик, ох, мешает. Свистит. Что? Фух, успел. Читаешь голубя.
Аристарх скрытный. Но это предводитель, не факт, что он. Культист. Скорее даже нет. Блин, заметят же. Как бы пройти тут? Да какого хрена? Блин, я еще и факел взял. Так никто не заметил. Ладно, обошлось. Как же ты так подкрался незаметно? Еще один идет. Ну как же так? Вы ходите тут постоянно. Тварь! Два удара подряд, таких неотражаемых. Как вы достали, блин! Один за одним, вот. Они реально чуют, когда кого-то убивают. И идут в это место проверять. Умри. Удача изменила тебя. Хватит ходить здесь. Так спрятать надо, блин. Там труп еще один лежит, я не успеваю. Один за одним, один за одним. Вот реально как будто вот знают, что их убиваю. И хотел бы я встретить убийцу. А придется. Сейчас всех перебью в итоге. Да не то ты берешь. Да как вы достали? Сюда! Так, кустики. Не того, Алексиос. Фух. Так, пометим. Ну, кстати, все обходится. Везет как-то прямо. А этот куда побежал? Ну, пускай уходит. Из кустов кладбище получилось. Это... А проход не тут получается? Я не там, где надо, хожу даже, получается. Окей, зря я только мучился. Ну, как мучился? Но убивал, удовольствие получил. Так, значит, тут собираются ценители вина. Дегустаторы хреновы. Сомелье. Видишь ли, виноград, который растет на южном склоне горы, слаще. Поэтому у вина привкус абрикоса. Нет, нет. Этот виноград явно привезли из Вин. Сорт называется мед фараона, потому что на вкус он как мед. Нет, у него отчетливый привкус абрикоса. Послевкусие как от меда.
Не верится, что глупец-командир забрал себе дешевое пойло. Да он вино от мочи не отличит. Да уж! Бля, они так мило беседуют, неохота их убивать. Обязательно, да? А, не, вот так можно сделать. Время умирает. Да блин! Ну, наконец-то! А, вот оно лежит. Сейчас мы его оглушим. Зараза! Так, немножко побить надо сначала. Иди-ка сюда. Настоящих воинов мало. Он не прост. Не только бухать умеет. Зараза. Твои силы на исходе. Он реально чуть не убил меня, кстати. Сражайся, трусливая мразь. Тебе не победить. Все, отдохни. Пещерка такая интересная. А вот винцо, да? Хорошее вино. Нужно вернуться к Феспису. Так, и что, его нести придется? Ну ладно. А, на коне нельзя, блин, обидно. Окей. Я и не такие переходы тут выдерживал. Да что такое? То есть я собирать ничего не могу, да? Ну давай, Мишка, сразимся. Или могу убежать просто, да. А, на медведей так не действует это. Места встречи никого нету. Тут олени бегают. Поговорите с Фесписом. Так, и вино я тут оставляю, да? А поговорить там. Окей. Немного странно, не находите? На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят.